такое. Мне тут и нравится. Сережка. Слушай, такие интересные. Здесь много цветов. Уже связанные сумки. Но я бы хотела, чтобы у меня висел в таком телефончик мой. Блин, расцветочки прикольные такие. Но нет, есть это просто как кошелечки. Смотри, какая классная вообще расцветка. Мне очень нравится. Так, уже смотрят мой YouTube канал. Ребята, скоро у меня, слушайте, будет индусов очень много в подписках. Подписчика тебе еще добавил. Лайк поставил. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Так, ну что, раз мы зашли сюда, надо сходить и в соседний. Я хочу какие-нибудь сережки себе с ракушкой. Ну, с перьями нет, скорее всего, нет. Пойдемте ниже тогда. Ай. Так, посмотрим, что здесь есть с тапочки. Так. Не прикольные. И, кстати, они очень дешевые. Это натуральная кожа. Но только цена у них 3 копейки. Сейчас покажу. Шузы, шузы. Вот такие. Не? Нельзя мне такие носить? Владик говорит, не, что это за дешманское? Слушайте, я была здесь 3 года назад, покупала вот такие тапки здесь. Не помню уже за сколько, за 3 копейки, короче. И вот эти здесь были. Василиса, если ты смотришь, мы с тобой вместе здесь покупали себе обувь, да? Было. Сейчас, подожди, Влад. Я какие-нибудь хочу, не понимаю, какие. Hello. Так, давайте посмотрим. Ой, тоже моя плетение. Люблю плести такие сумочки. Клевые. Ой. Также вот все производство прямо здесь. Да, работает на работе. Есть? О, Санки, мы обойдем быстренько. Малыш спит, он привык. Он здесь родился. Там здесь тоже очень много. Большой, огромный выбор. О, какое зеркало. Может, мне такое зеркало надо? Да, сколько оно стоит? А куда его? Надо в Краснодар. Нет, здесь. А, вон тебе шарнички нравятся. На какие? Похожи. Мои. Такие заколочки прикольные. Офигеть. Слушай, какие классные заколки. Да. А ракушечки какие прикольные. Я хочу такую ракушечку себе. Мне вот эти нравятся. Здесь понравилась одна сумочка, она такая прикольная. Такая классная вот. Блин, она большая, мне поменьше бы такую надо. Посмотрим, какой интересный магазин. Ох, какая красота, 1200. Ну, на наши где-то 800 рублей. Ой, excuse me. Видите, что они замутили-то, какую сумку. Умру вообще сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота. Боже мой. Слушайте, она правда необыкновенная. Посмотрите, какие красивые сумки. Мне очень нравится. Так она очень дешево стоит. Она такая интересная. Ой-ой-ой, я уже хочу сильно сумочку. Какую-нибудь одну. А вот, посмотрите, какая клевая. Клевая, гляньте, какая. Блин, ну, с ней неудобно, но клевая. Ля, какая клевая. Вот это вообще. А посмотрите, сколько она стоит, мне интересно. Такая сумка. Помоги мне. Сколько? Гляньте вообще. Это что? Это как с этим жить? Это вообще невероятно. 1200. Ага. 1200. Окей. Вообще супер. Виталий, я в восторге от всех этих сумочек. Посмотри. Там еще такая же есть у тебя. Это потрясающе. Вот это вообще, скажи, клевое. Вот это тебе не нравится? Ну, зачем тебе клатч? Ну, не клатч. Здесь нет ручки? Есть ручка. Блин, здесь есть ручка. А ну-ка, подержи ты.
здесь есть ручка, и она вот так, понимаешь? Смотри. Посмотри. Сфоткай, что она так рисует. Липка клевая. Не закрывается только что-то. Блин, это тут беленька такая симпатичная. И вот это. А есть. Мидор. Ну, sorry. Because yesterday I opening the. Завтра будет зеркало. А как? Ну давай ты так на меня посмотри, скажи, как, что она где-то такое. Далековато, да? Вот было бы поменьше. Вот да, вот думаю, че ж она. Виталик. Очень красиво. Не, ну. Вот на самом деле великовато. Светленькая вообще бомбочка. Боже мой. Стоит. Да, вообще ерунду стоит. Надо брать. Да, они Зара повесили на эти. Слышите, Зара. Интересно как. Я должна сегодня себе сделать подарок, понимаете? Что-нибудь себе подарить. Я себе. Смотри, какой это красивый сарафан. Ты представляешь? Он очень красивый. Смотрите, вот такая вся вышивка здесь. Вообще супер. Что? А? Все даром здесь. А что, нет? Для такой красивой вещички. Платье, какое платье видите? Синее или коричневое, помнишь такое? Знаешь, какой прикол? Tomorrow. Я буду выбирать сумку. Оп. Сейчас я еще что-нибудь выберу. О, смотри, как ты хотелось. Да. Я вот это увидела сумочку еще вчера, понимаешь? Я ее присмотрела. Сейчас присмотрела еще на витрине ее. Так, ну что. Они все плетут этих ловцов. Я там знаю одно место, где вроде бы сейчас есть скидка на них. Посмотрим. Серьги из бисера. Но у меня такие есть, я с собой привезла. Нет, мы же не заходили. Я же тебе сказала, что мы не будем заходить, и мы вчера с тобой не зашли никуда. Я вообще хочу себе сумку, сапоги и юбку. Да. И это нужно мне себе купить здесь. А, и серьги. Да, и серьги. И ловец снов. И Виталику сумку. И все. Скорее всего, все. Это все, что я хочу. Ну, такие магазины мне не нравятся. Здесь есть дизайнерские магазины, а есть шифпотреб разные. Я хочу дизайнерские. На улице рано темнеет, поэтому днем жарко, а вечером уже темно. И мы часто приходим, когда уже темно. Поэтому не, могу не снимать, а если снимать, то только вот в такую погоду. Ой, в такое время суток. Собаки. Так, было. Что, давай такую тибетскую сумочку посмотрим. Да. Ну, такую, ну, как не тибетскую, это, блин, мопед мне мешает. Слушай, здесь... Excuse me, не отъезжает? Смотрите, какие же расцветки. У нас такой вон сейчас, покажи. Рюкзак. Повернись, пожалуйста. Жилистиком, да, по-моему? Да, все то же самое, да. Вот, есть такие расцветки. Еще была синяя. Такая синяя. Сейчас спросим цену. Что, тебе какой цвет нравится? Ну, либо синяя, либо розовая. Сколько? Вот это? Да. 450. Вы что, every day, big price, big? Какой мопед, а возьми. Мопед. Ну, big price. Здесь по 300 вчера было. 300 рублей стоит такая сумка. Не... Что, сегодня стоит 250. Тогда решаем. А мы через 5 будем. Ты будешь ее брать? 250? 250. А? Давай 350, окей? No, 250. 350, this is ample, madam. Good price. Да, будет за 250 она. 250. Вот. Из-за того, что не обманывает меня. Мадам. А, окей, что? How much on best price then, okay? Что? How much good price? Good price? Make business, good price. Ну, бедный, говорит, у нас хороший. А есть сумочки с ремешочком? Вот это 150. Нет, другие. Next. Нет, вот эти, да? Нет.
прикольная такая, если бы телефон бы туда помещался, было бы хорошо, чтобы она висела. Понимаете, так понимаете, кошелек. Сколько вот такой? Сколько кошелек? Это 150. 150 рублей вот такой кошелечек. А вот это 250. Максимум 300 рублей. Не быстро рвется, кстати. Да? Я же тебе такую уже покупала, помнишь? У тебя уже был такой. Ну так оно будет получаться. Ну, у него расцветочка прикольная. Есть еще такая синяя. Синяя не очень. Там, сейчас расплатится. А мы пошли дальше. Окей? Thank you. Пошли дальше. Вон Кевин Клайн, пожалуйста. Десятника мне надо. Пошлите дальше. Что еще мы сегодня купим? Плати денежки. Будет. На, вот, держи. Перышки, смотри, только не смотрим. Какие есть. Так. Какая статуя прикольная. Деревянная штучка. Так, так, так. Есть серьги вот такие. Лепесточки. Крылышки. Крылышки, бабочки. А ракушка, 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 yes? Нет, он меня не понимает, потому что я не умею разговаривать на английском. Это не английский. Нет, нужно говорить по-английски, я не умею. Поэтому он меня не понимает. Какие красивые кулончики. Excuse me. 100 какой-то там. 100 Where? 100 риал. 100? Нет. Нет, это прошлый Прошу, сколько? Мне интересно, просто ради... Если примерить, yes. Надо знать цену, 1500, правильно? Мне кажется. Ты что? Нет. Замш. Замш. Сколько я стою? 800 рублей. 800. 800 рублей. Начальная цена, между прочим. А это кошелек? Это бэнк. Это вот так, ну, телефон ноу. Телефон ноу. Да, не помещается. Телефончик-то побольше. О, ноу, ноу, ноу. Thank you. No, no thank you. Нет, это не то. Поменьше, побольше. Влад, не вздумай садиться. Ты со мной, ты с мамой. Да, давай. А платьечко? Ну, платье, нет. Я... Привет. Ты, да? Привет. Как дела? Отлично. Пришли к Кришна посмотреть его вещи. Очень красивые у него здесь, дизайнерские. О, какое кимоно красивое. Там еще другое есть. Есть еще? Я посмотрю, да. Я посмотрю, сколько такое кимоно стоит? Красив. 3500, да, такое? Блин, тяжеленько, жарко будет мне, да? Ну, ладно, сейчас... Это не жарко, это хлопок. Хлопок, да, я знаю, что хлопок. Это коттон. Вот, мне тоже нравится длинное такое. Я тоже хлопок. Видно, видно, что прикольно. Вы увидели, я там правильно показала вам? Еще что-нибудь хочется такое. Угу. Интересно, интересно. Это полторы. 1500 вот такое платье. Это хлопок натуральный. Прикольненько. Мне нравится. Пойдем, пойдем. Пойдем. Кришна, здесь что-то интересное всегда есть. У него палочки ароматизированные. Он, по-моему, сам делает. Я не помню. Да. Вот, он расскажет вам сейчас. Ой, смотри. Ты будешь рассказывать? Давай.
Вот, видите, у него арома палочки. А ты сам делаешь? Да. Так, клевый сарафан. Сколько такой сарафан? Это 2000. Это 2000. Разные скидки. Мне это нравится. Какой прикольный. Best family, yes. Правда? Да. Сейчас что-нибудь приглянется мне. Что-нибудь увижу здесь. Вот эта ляньте, какая юбочка прикольная. Ух ты. Прикольная. Сейчас примерим. Что, там скоро выход? Да, ну подожди. Если не смог, что-то кажется, что я неправильно завязалась. Или что-то не так. Фу. А? Неправильно саму рубашку? I don't like make a trava. Так тоже хорошо. А? Тоже хорошо. Что? Сейчас пятим? Это да. Че на вот этот как-то этот? Сколько стоит этот кимоно? I give 3000. Да, 3000. Это хлопок. Нет, обижаешь, говорит, вот это 350. Это 350. Понятно.
Давай еще длинный кимоно примерим, еще может кимоно посмотрим. Я хочу кимоно. Да, вот смотри, может вот такое. У меня звука нет. Но... А, нет, что, скажите, без музыки у нас не получится покупать. Но Юсик, это красиво. А, нет, ну вы просто разговариваете. Мне... Он хотел подслушать наши разговоры. Кто дизайнер, никто не услышал. Подожди, это... а это штаны? О, а есть? А это где такие и так хорошо. И думаю, еще лучше. लेकिन मित्रों हर पिता की मन की ख्वाहिश होती कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़े. Налоговая тебя это. Что, полторы? Будут к тебе ходить по промокоду Best Family, и ты узнаешь, сколько, сколько нас. Все, сложи. Так, еще один магазин зашла. Иду, вернее. Хочу поменьше. Сумочку-то большая. Хочу поменьше. Кожаная. Все, натуральная кожа. По ценам... Я устала уже спрашивать цены, но сейчас что-нибудь спрошу. Я тут, конечно, довольна, что я себе купила юбку, кофточку и топ. За все отдала 1500, вы видели. Конечно, моей радости нет предела. Еще бы обувь найти сейчас, такую же прикольную. Блин, какую бы обувь прикольную найти, а? Я вот хочу что-то вроде сапоги бы я носила. Или не носила, может, такие тапочки взять? Виталь, заглуши, пожалуйста. Может, такие тапочки себе взять? Ходить в тапочках, а? Такие какие-нибудь сандали страшные. Боже, это кто-то их носил, или я буду первая, как вы думаете? Мне кажется, что их 34 размер. Мне кажется, что это уже бывало. Ну, в принципе, они такие прикольные. Давай вот эти примерим, да? О, какой цвет клёвый, гляньте. Вот этот хочу 36 размер, сейчас примерю вот эти. Вообще офигенский. Угу. Вот, мне поможет мне. Какой молодец. Слушай, они прям удобные. А, ну, вторую давай. Вторую. Блин, мне прям хочется, чтобы посмотреть. Даже бы еще цвет совпал. Блин, это не фиолетовую. Я хотела фиолетовую. Я хотела фиолетовую. Нашел один темный. Подержи, пожалуйста. Блин, это там красиво на витрине. Такие выгорают, конечно. Нет, я сейчас еще посмотрю. Иди сюда, брат. Говори цену, говори. Иди сюда. Спит. Сейчас, хорошо. Александр, что хочет? Сколько я должен сказать? 800. Тоже мой? Yes. Сколько я должен сказать? 800.
они уже не порвались ли? Нет, да, хорошо, черевички. Черевички. Черевички, хорошо. Я уже понял, что он сомневается. Ну что, какие бежевые? Вот эти мне нравятся. Эти как раз я как була, и они как раз на меня, понимаешь? Они как раз... А эти мне не идут. Я одела, они мне не подходят. Сейчас еще достану, покажу, что... Кота. Там мешки. А, это у него эти? Слушай, эти вот прям мне как раз. Это пятерочки, пакет надо. Видите, какие классные. За 800 рублей берем. Держи. 550 где-то. Да, надо оплатить. Сейчас оплачу. Мы, короче, пошопились нормально сегодня. Thank you. У тебя, кстати... Еще один мешочек. Где тот делся? Кто там на сыкле висит. А что, хотите, чтобы мне его сперли? У тебя, кстати, 10 тысяч подписчиков. Ребята, прикиньте, у меня только что случилось 10 тысяч подписчиков. Ура! Нет, я не могу, так я хотела по-другому. Толик, зачем ты мне еще сказал? Мне правда... Я так хотела. Блин. Вообще. Это вообще, ты не представляешь, насколько я сильно переживала. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы со мной. Сейчас я, подожди, приду в себя. У нас 10 тысяч. Спасибо вам. Блин, вообще спасибо. Я обожаю вас, спасибо. Я вообще не знаю, у меня нет слов. Круто. Я ждала этой цифры. Это круто. Теперь я настоящий блогер. Лайки. Это мой последний магазин, в который я сегодня зайду. Блин, вообще. Поругала Виталика за то, что он мне так сообщил. О том, что у меня 10 тысяч подписчиков. Я поругала его, потому что я не ожидала, я не думала, что это произойдет так быстро. И я следила, ждала, и... Бля, у меня аж руки трусятся, я вообще не... Ну, короче, это очень круто. Короче, у меня шок. У меня маленький шок. Потом зайду еще в этот магазинчик. Сейчас уже время много. В следующий раз зайдем, что-нибудь здесь выберем. Окей? Thank you. Bye. Офигеть. Садись, Влад. Офигеть. Я вот этот хочу. Я теперь тут буду этот. Все скупать, что вижу. Блин, он прикольный вот этот топ. Влад. Сколько он стоит? Жанна говорит мне такие цены. 550, говорит мне сразу. Какая прикольная штучка. 250, 200 рублей, бери. Мне так понравится. Я хочу что-нибудь необычное себе на шее. Понимаете? Ну что, поломалось, кусочка поломалась. Хочу что-нибудь необычное на шею повесить. Еще есть какие-то? Есть? Тут спит. Сан. Sun sleep. Окей. Okay. Very hot, no? Yeah. Идем. Вот здесь? Ты имела в виду, у тебя толпа еще есть. За 550 я не хочу. Угу. Еще есть вот такая штучка, как мы вчера смотрели. Запах, конечно, этот ужасный. Короче, пока ничего не понятно. Ага, вот они еще вязаные. Не фото, а ну бери. Ну, бери. Бери? Как брать? Вот она мне показывает. А, это вот как тот, правильно? А чё, black? Нужно примерить. Одеть. Black? Black, тот. Ну, сейчас, давай я вот этот примерю. My friend. Я примерю этот. Look. Good, тогда это, окей? Сейчас я одену вот этот черный. Он говорит, не снимай. My shop, не снимай. Такой же. Топ. Вязаный.
Сейчас второй черный будет, black. Black top. Так. Ну, вроде прикольно. Никуда нельзя выходить, никуда нельзя заходить. Купила этот топ я все-таки, потому что не смогла мимо пройти. Думаю, ну симпатичный, ладно. Взяла его за 250 рупий. На наши деньги переведу, напишу здесь. Сейчас, подождите, мне теперь надо его убрать, в байк положить. Сейчас, Влад, у тебя ключи от байка? Нет, не у меня. Блин, где ключи от байка? У меня ключи от байка. Все. Сейчас, короче, этот... Виталик с нами не поехал, у него, говорит, температура. Вот. Поэтому я одна катаюсь. Вспоминаю навыки свои. Пошли? Влад, аккуратно только. Вот я купила, вот понимаете, так будет каждый день. А каждый выход, это нужно потратить деньги. Нужно потратить деньги, потому что невозможно проходить мимо того, что они здесь продают. Я потом еще с вами зайду. Только вчера я купила себе юбку топ. Да, я сейчас сниму все. Покажу вам, какой рай тут. Супер рай. Какие красивые. Я вот такую... Это тяжелая будет сумка. Мне нужна сумка. Я думаю, может быть, вот такая она будет. Вот это симпатичная. My friend, сколько? Какой? А, там еще есть? Это иди сюда, здесь смотри, сколько много всего у меня. Вдруг тебе что-то... Ой, какой рюкзачок прикольный. Рюкзак клевый вообще. Вот сколько много, да? А я там смотрю. Ага, сейчас я выберу, как мне нравится. Ну, это тоже такая ничего, между прочим. Сколько такая? Да. Это 700. Сейчас. Слушай, мне вот там нравится. Нет. Маленькая? Да, там такая маленькая. А такая сколько? 900. Это такая же, да? За 900 такая. А вот там, ну как там висит? Ты видишь, как там у тебя? Она одна осталась, да? Давай еще что-нибудь посмотрим. Это что, с волосявками висит? Ну, вот это вот сумки. А там что-то висит, да? А, вот так, значит, все, я поняла. Нет, мне, наверное, вот такая больше нравится. И то я не скажу, что она мне прям сильно. А вот там, смотри, что еще есть. Это такая же, как и вот эти. Вот здесь. Вот это что? А, это вот так. Сколько та стоит, которая там одна? Вот этот маленький? Да, которая маленькая. Клевые. Слушай, в этом году прям так много ловцов. Снова раз. Сколько ты сказала? 700. 700 рублей, да? Вот я хочу ее посмотреть. Я опять к ней иду. Вот в нее, да. В нее просто все поместится мое. Навряд ли, конечно, камера в нее поместится, но, блин, у нас камера. 700. Я вот так через...